акции и проекты, рейтинги и награды, мотивация и признание. Все это есть в бизнесе с Faberlic. Обычно на наших форумах мы рассказываем про новые акции для лидеров. Сегодня мы презентуем акцию, но не одну, не две и даже не 10. Теперь у лидеров Faberlic будет единая платформа, на которой новые акции будут проходить каждый период, иногда каждую неделю, а иногда еще чаще. Платформа, которая объединит в себе и акции, и награды, и признания. Платформа, на которой мы все, лидеры и консультанты, почувствуем настоящий драйв. Драйв от достижений, от роста в рейтингах, от участия в совместных проектах. Рад вам представить новую лидерскую программу Faberlic Drive. Это принципиально новый подход к нашему общему делу. Новое слово в сетевом бизнесе. Идея очень проста. В четвертом периоде в личном кабинете появится новая кнопка Drive. Вам будут доступны три раздела. Персональная страница, мероприятия и события и рейтинги. На персональной странице будут собраны ваши достижения. Конечно же, это значки за звание и VIP-стаж и многое другое. Вы получите награды за участие в различных проектах и акциях. Давайте посмотрим на нескольких примеров лидеров, как будут выглядеть награды на персональных страницах участников Faberlic Drive. Награда за закрытое звание. Например, на своей персональной странице награду за звание элитного директора увидит Алла Меньшикова. Алла в компании уже больше 25 лет, и количество проектов, в которых приняла участие Алла, очень большое. И, конечно, все награды будут отражены на персональной странице. Награда за максимальное открытое звание. Наш растущий вице-директор из Казахстана Кадырбек Мадина получит вот такой значок. Награду за VIP-стаж мы тоже увидим на персональной странице. Например, Татьяна Проценко увидит значок VIP-250. И не только она, а все, кто 250 периодов, выполняет 100 баллов личного объема. Все участники программы «Больше кислорода» также увидят соответствующие значки на персональной странице. С помощью этих лидеров было высажено более 10 миллионов деревьев. Всем участникам директорской поездки в Турцию в 2021 году на персональную страницу будет также добавлен значок. Например, на странице Дарьи и Виктора Барковых значок будет выглядеть вот так. Уже на старте Faberlic Drive на персональных страницах будут показаны награды за достижения, которые были получены ранее. А дальше вас ждет множество мероприятий и событий, за участие в которых вы заработаете много новых наград. Переходим ко второму разделу «Мероприятия и события». Здесь вас ждет календарь акций и заданий. Теперь все сетевые активности компании доступны в одном месте. Это инструмент коммуникации, который открывает принципиально новые возможности по созданию сетевых акций и проектов. Теперь их можно делать в 10 раз больше. Например, неделя рекрутинга, онлайн-флешмобы и челленджи, совместное участие в социальных проектах, продвижение новинок и многое-многое другое. Участвуя в акциях, событиях и выполняя задания, вы будете получать драйвы. Это единицы, на основе которых строится рейтинг. Чем больше вы участвуете в акциях и проектах, тем больше драйвов получаете, а значит растете вверх в рейтинге. И третий раздел платформы — это тот самый рейтинг. Здесь мы увидим лучших лидеров нашей компании, лидеров с наибольшими успехами в нашей совместной деятельности. Конечно, вы увидите рейтинг по всей компании, но не только. Свой рейтинг есть еще в каждой стране. Будет еще интересней, можно посмотреть рейтинг в каждом регионе или области. Еще один рейтинг по званиям. Кто лучший серебряный директор в Рязанской области России? Или кто самый активный вице-директор в Минской области Беларуси? А кто добивается большего в Чуйской области Кыргызстана? Для тех, кто хочет расти в рейтинге быстрее, помимо событий в календаре, есть еще несколько способов. Вы будете получать дополнительные драйвы за личный объем, за групповой объем новичков первой линии
и, конечно, драйвы за открытие новых званий и за их подтверждение. Таким образом, рейтинг подчеркнет ваши достижения в сетевом бизнесе, скорость вашего роста, участие в различных проектах, которые помогают нашему с вами бизнесу развиваться. Faberlic Drive стартует в первую неделю 4-го периода. Следите за нашими новостями на сайте и в канале Telegram. Там же вы найдете список стран, которые участвуют в программе Faberlic Drive. Чтобы принять участие в программе Faberlic Drive, достаточно выполнить всего два условия. Быть VIP-консультантом, выполнять от 100 баллов личного объема каждый период и участвовать в активностях программы. Чтобы стать участником и быстрее собирать драйвы для роста в рейтинге, сделайте 100 баллов личного объема уже в 3-м периоде, и в 4-м периоде вам будет открыт доступ. Кстати, напомню, в 3-м периоде действует акция по восстановлению VIP-стажа. Если раньше у вас был VIP-стаж, то сделайте 100 баллов в 3-м периоде, и у вас восстановится максимально достигнутый стаж за время работы в компании. Мы ждем всех в новой, уникальной программе Faberlic Drive.